Старт отопительному сезону в Алтайском крае был дан еще 1 октября. В этом году в Камне-на-Оби, во всяком случае, пока удалось обойтись без режима ЧС. Правительство региона держит ситуацию на особом контроле, поэтому топливо было закуплено заранее и тепло поступило в дома каменцев в срок. Но прошлогодний неприятный опыт все еще держит многих жителей в напряжении. Сейчас, конечно, и на улице тепло, и в квартире тепло. Вот. А зимой, если будет вот опять как начнет вот 40 до 30 градусов, да, конечно, будет опять, будем замерзать. Бывает и так, что угля нет. Вот и беспокоимся и сейчас тоже. Вот. Мало угля. Со слов консультанта отдела теплоснабжения Минстроя Алтайского края, сейчас в Камне-на-Оби угля достаточно – 15 тысяч тонн. И переживать жителям не стоит. Впрочем, хватит этих запасов на 45 дней городу и ближайшим районам. Нам также сообщили, что еженедельно на эту же площадку завозят порядка 60 вагонов угля. Запас топлива есть в каждой котельной, и все они, по словам чиновников, готовы к работе. Несмотря на это, в конце октября тепло еще не всем каменцам. Из-за ремонта теплотрассы на улице Ленинградской в 10 домах по-прежнему нет отопления. Сейчас по адресу пройти домов. И пощупать батареи. Скажите, пожалуйста, 23 число. Квартира? Ленинградская 120. Можем сейчас зайти и потрогать батареи. Как не топит, но если ни подводов даже к дому нет. И ни одного сварщика с утра сегодня не было. Ни одного. Целый день здесь с утра. Ремонтировать теплотрассу начали еще до старта отопительного сезона, заверяют городские власти, но завершить в срок работы не успели по вине подрядчика. Подрядчик убедил нас о том, что у него все под контролем, что материалы, которые необходимы, в первую очередь, это стальная труба в предизолированная, уже в пути. Но, к сожалению, вот эти вот завтра, то есть привели к тому, что работы были простаивали. До конца недели эта проблема будет решена, да, безусловно. Между тем, проблемы возникают и у тех, у кого в домах уже тепло. Один из районов города с началом отопительного сезона покрылся слоем золы. Причина кроется в котельной номер 5, расположенной на улице Томской. Ее газоочистительное оборудование уже износилось, либо и вовсе отсутствует. У нас чернота тут еще хуже, чем на шахте, где. Ну, откроешь его, ни окно не откроешь, ненадолго, и вся та же на столе, и на хлебу, и везде. Вот я тоже считаю, это неправильно. Чё ж это мы сажей задыхаемся? Власти района и города об этой проблеме знают и пообещали устранить ее, правда, теперь уже к следующему отопительному сезону. А пока температура за окнами становится все ниже, часть жителей Камня-на-Оби по-прежнему в ожидании тепла, другая стряхивает с себя золу. Елена Кузовкина, Анна Ирбис, Илья Халяпин. День с толком.